Кадыровцам в РФ закон не писан. В Дагестане задержали главу управления МЧС по Чечне, генерал-майора Алихана Цакаева, когда тот проезжал на машине мимо местного КПП. Российские СМИ, ссылаясь на показания очевидцев, сообщают, что Цакаев сначала отказался остановиться по требованию полиции, затем чуть не задавил сотрудника МВД, а по итогу оказался сильно пьяным. Дальше все по канонам нынешней России. К месту инцидента съехались автомобили ДПС Чечни, а также три машины с наклейками «Спецназ Ахмат». По данным ГУЛАГу нет. Всего к месту задержания отбивать кадыровца приехали 14 автомобилей. Казалось бы, по итогу вместо медосвидетельствования и справедливого наказания – свобода. Но и этого Кадырову оказалось недостаточно, ведь, как известно, лучшая защита – это нападение. Гнать надо их из структур с треском. Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на происшедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных КПП «Герзель». Они не должны носить и марать форму блюстителя. Мы вместе с братским Дагестаном боролись с террористами и бандитами, но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам. Они только подведут и сами посрамятся в нужную минуту. В кадыровской голове он и весь его клан вне закона, что для одних преступление, для кадыровцев развлечение. Причем развлечение, которому простые смертные не смеют мешать. А в случае чего любой конфликт решается излюбленными видеоизвинениями. Уважаемый Рамзан Ахматович, мы родня этого подростка, вполне осознал поступок нашего мальчика, приносим вам и вашему окружению наши извинения. Пока султан в ежовых рукавицах удерживает лояльность Чечни к Кремлю, ему и его клану дозволено буквально все. Чеченские депутаты в Госдуме могут публично угрожать отрезанием головы. Знаете, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы, не убьем вас. А в ответ на общественный резонанс и возмущение публиковать еще больше угроз от высокопоставленных членов клана, в том числе и задержанным в Дагестане Цакаевым. С позволения Аллаха, в любой точке этого мира, где бы они ни находились, мы возьмем спрос за их слова. И с позволения Аллаха, днем и ночью у нас не будет работы важнее, чем найти вас и отрубить ваши головы. В случае с Чечней ощущение вседозволенности стремительно распространяется не только среди самого ближайшего окружения, но и среди кадыровцев рангом пониже. В этом регулярно убеждаются российские оккупанты, повстречавшиеся с прислугой главы Чечни. Да какого числа он у вас? Что? Да какого числа? Бессрочный боевик, да? У нас считается недействительным. Да, что вам считается? Я командир батальона, что вам считается? Командир мне полка выдал, ну все. Нажмите машину вправо. Чем дальше, тем больше беззаконие, царившее в Чечне десятилетиями, стремительно распространяется и за пределы королевства в королевстве. Кадыровизация России идет по плану.